Совсем недавно на канале ICTV состоялся премьерный показ 6 сезона детективного сериала «Пес» о приключениях и расследованиях Макса Максимова и его верного друга. У Макса Максимова незавидная судьба. Горе он предпочитал топить в алкоголе, пренебрегая отношениями с супругой. Поэтому, когда она ушла от него к лучшему другу, Макс еще сильнее запил. А какой смысл оставаться трезвым и погружаться в депрессию, если весь мир катится к чертям? Но, как оказалось, у мужчины есть веская причина жить и даже радоваться этому. Ежесезонно объявляется о закрытии проекта, но каждый раз телеканал ICTV выпускает новые серии с любимыми героями. Вечный искатель приключений Макс Максимов путешествует со своим четвероногим другом, готовым помочь в любой ситуации. Проект официально продлен на 7 сезон. По некоторым источникам, дату выхода 7 сезона назначили на осень 2021 года. Это пока единственная информация об ожидаемом продолжении украинского детектива. Поклонники отечественного кино уже спасали любимый проект от закрытия. Третья часть должна была быть последней, однако высокие рейтинги просмотров сделали свое дело и создатели продлили картину. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.